Всем привет! Надеюсь, все уже поняли, что речь пойдет о квадроцикле, вот о таком фирмы Hatched. Это не Китай, это европейская чешская сборка. Все мы помним, в свое время были в советское время Ява, мотоцикл такой, и у меня, кстати, был. Ну и поэтому я сделал свой выбор в пользу чехов, не Китай. Это электрический квадроцикл, 2,2 кВт. Задний привод. Здесь достаточно мощная батарейка стоит. Раньше, в принципе, ставили 36 вольт батарейки в квадриках. Сейчас ставят 48-60 вольт батарейки. Здесь очень мощная батарейка по вольтажу. 72 вольта, 52 ампера. Поэтому квадроцикл может ходить без зарядки до 70 км. Ну, естественно, зависит от пассажира, от его веса и от багажа. Заряжается батарейка 8-15 часов. Ну, желательно, конечно, в инструкциях написано, после того, как зарядится и загорится зеленый светодиод, больше 5 часов уже в розетке не держать. Скорость 45 км в час у него. При стандартных 10-дюймовых дисках можно поставить 12-дюймовые. Производитель говорит, без проблем, увеличить можно на 2 дюйма, написано в инструкции. Ну вот как-то так. Надеюсь, кто-то тоже купит себе электрический квадроцикл, либо с бензина пересядет на электричество, как я вот впервые купил себе электрический. Ну, разве что ездил на бензиновой Хонде 300 кубиков. У знакомых полноприводная была. Ну что, давайте смотреть видео, знакомиться по характеристикам и так далее. Ну вот вы видите шильдик производителя Hatched. Это Чехия. Ну, там серийный номер, все дела. Ну и как положено, две фары, дальний и ближний свет, поворотники. Здесь также напоминание, что это фирма Hatched. Вот так он выглядит сбоку. Алюминиевые диски 10 дюймов, но само колесо, естественно, больше. Сейчас я возьму рулетку и покажу вам все размеры. Итак, начнем с обувки, как говорится. Высота колеса 53 сантиметра. Ну а диски, как я уже говорил, 10 дюймов. Если выворачивать колесо, то, в принципе, ничего не задевает. Можно поставить гораздо больше колеса. Производитель говорит, что нежелательно, но максимум, на что можно увеличить, еще на 2 дюйма, то есть 12-дюймовые поставить колеса. Ну, я думаю, ничего страшного не будет, если увеличить и еще больше. Квадрик новый. Видите, я еще даже не снял пленку. Ни сиденья, нигде. Вот так выглядит тыльная часть квадроцикла. Здесь мотор 2,2 кВт. Дисковые тормоза на заднем мосту. Редуктор. Дифференциал, так называемый. Амортизатор по центру стоит. Все провода заизолированы, можно ездить как бы в сырую погоду, там в дождь, снег, по небольшим лужам, но как бы производитель в инструкции пишет, что нежелательно, то есть лужи там в районе 5 сантиметров и желательно в сухую погоду ездить. Тут стоят два отражателя сзади по безопасности, поворотник само собой, правый, левый, колеса. Как и у всех, задние шире, передние уже. Ножной тормоз, это на задние колеса. На передние колеса ручной, с блокировкой тормоза. Это ручник, так называемый. Поставив на блокировку, он никуда не укатится.
Спереди, ну, стандартная независимая подвеска, амортизаторы, само собой, рычаги, шаровая, развал схождения можно регулировать. Здесь у нас есть, сейчас покажу, вот она, площадка, так, вот она, на которую можно поставить лебедку. И вот здесь ее пропускать. Вот здесь лебедка стоит. И при необходимости можно пользоваться лебедкой. Светят фары достаточно неплохо. Я уже вечером прокатился. Здесь тоже отражатели боковые. Руль, понятное дело, стандартный мотоциклетный. С двумя зеркалами. Кнопки управления. Так как квадроцикл чешский, то, естественно, все требования Евросоюза ближнего света. То есть мы включаем квадроцикл, и сразу загорается свет, что, в принципе, неудобно. Ну, во-первых, жрет батарейку, во-вторых, свет он не всегда мне нужен. На той же рыбалке и охоте по лесу двигаясь. Поэтому лучше выключить. И вот этот переключатель, он как бы не задействован. Его можно двигать, и без разницы все равно будет гореть свет. И переключение ближним-дальним вот этой кнопочкой идет. Ну, поворотник вправо-влево, само собой. И отпускаем. Здесь кнопочка сигнала. На правой стороне Drive Rear, то есть вперед-назад. Ну и как бы все, и кнопка старта. В комплекте идет, сейчас покажу, какой пультик. Вот такой пультик идет. Тут 4 кнопочки. Поставить на охрану, снять с охраны. Сигнал, то есть найти квадрик свой в толпе в какой-нибудь, не знаю, на стоянке, где-нибудь, где куча машин вы там припарковали, нажмете, и он вот вам скажет голосом, откликнется, где он есть. Ну и кнопочка поставить и снять на сигнализацию. Вот, на сигнализацию поставил, и тогда кнопка не работает, ключи тоже не будут работать. Сняв с охраны, сразу все загорается. Вот дисплей сразу загорается. Сейчас отрегулирую я фильтр свой на камере, чтобы все цифры были видны. Ну вот. Нажав кнопочку, можно выключить. То есть управлять можно без ключа. Достаточно удобно, не надо ключи тыркать туда в замок. Я, в принципе, уже немножко тут все изменил. Когда заводишь, включается только ближний свет. И дальше ползунок вперед, и включается основной свет. Но хочу еще тут, ну, я это делал по-быстрому, делал, хочу немножко доработать. И чтобы нижнее положение света вообще не было, надо найти, где идут провод на габариты, на перед-назад. И отключить. Второе положение, чтобы был габариты. И третье положение, чтобы был основной свет. Я хочу сделать, по крайней мере, так. Ну, напоминалки всякие. Тут у нас есть такая под крышкой штекер для зарядки. Блок питания достаточно большой. Это понятно. Заряжается в зависимости от того, насколько разряжена батарея, от 8 до 15 часов. Когда зарядится, там на блоке питания будет гореть зеленый свет, вот, а так при зарядке красный. Ну, инструкция достаточно толстая на всех языках, ну, конечно, русского нет, ну плевать, я по-английски неплохо понимаю.
после полной зарядки, когда зеленый светодиод, желательно не держать больше на зарядке в течение 5 часов. Ну, как бы так. То есть на ночь поставили, в принципе, да, и с утра сразу же снять. Под сиденьем находится у нас вот электрическая часть его вся. Тут динамик сигнализации. Вот он. Блок предохранителей. Если, например, вы не пользуетесь квадроциклом там какое-то время, день-два, неделю, можно выключить, и чтобы никуда как бы после аккумулятора напряжение не шло. Ну, багажник, само собой, достаточно удобный, с бортиками. Задний, передний без бортиков. Единственный бортик здесь спереди. Вот видите. Немножко уже в грязи квадрик. Я уже поездил. Погода у нас, блин, жесть. Сегодня первый солнечный день за месяц, наверное. А так постоянно дожди. Ну, естественно, с колес летит. Потому что, как и у всех квадроциклов, видите, крылья не закрывают колеса на пол колеса. Придется все-таки, как многие делают, увеличивать арки и закрывать колеса. Тут у нас снизу аккумулятор. Ну, для ног подножка достаточно широкая, нога свободно входит. Еще и место остается. Сиденье, в принципе, полторашка. Он не двухместный. То есть, ну, при желании вдвоем можно ездить. Ну, а ребенок, естественно, может, естественно, тоже ездить, как бы, при желании. Я планирую сюда поставить кофер. Уже кофер куплен. Когда все это будет готово, я сделаю отдельное видео по обзору кофера. Единственное, что неудобно здесь мне, у этого багажника бортики. Здесь не сплошная плита, как обычно бывает в квадроциклах. Либо пластиковая большая, длинная, ну, широкая, как бы, либо вот металлическая без бортиков. Кофер у меня достаточно большой. Он будет выступать за габариты примерно так. 90 сантиметров он. Поэтому есть несколько вариантов. Ну, либо как бы спилить вот эти бортики и уже поставить кофер, что мне, в принципе, не хочется делать. Либо подложить сюда что-то, ну, брусы какие-то, чтобы кофер уже был выше вот этого бортика, и тогда уже крепить. В принципе, я так и сделаю. Кофер со спинкой. То есть сзади там человек или ребенок будет сидеть очень комфортно, как в кресле. Что еще я хотел сказать? Ну, диски очень красивые, мне нравятся. Классно. Позже, когда я сделаю тест-драйв еще по скорости и выложу отдельное видео. Производитель говорит, что 45 км в час. Посмотрим, сколько он развивает реально при моем 75-килограммовом весе. А, по тормозам я уже сказал, что на заднем мосту дисковые стоят. Да? Вот про перед я и забыл. Здесь у нас стоят барабанные. Почему так? Непонятно. Многие говорят, что так оно и есть, когда только задний мост ведущий. Если еще спереди мотор стоит, то есть два моста ведущих, тогда и наперед ставят диски. Ну, я в основном торможу педалькой, то есть задним мостом.
поэтому задние тормоза дисковые срабатывают. Ну, в воду, конечно, да, электромотор, блин, лучше не залезать, хотя многие залезают, блин, похер, потому что тут стоит вентилятор, как и у всех электродвигателей на охлаждение, и он пластиковый. Ну, с одной стороны, хорошо, я вот вижу пластиковые лопасти, с одной стороны, хорошо, не будут ржаветь, как говорится, но с другой стороны, все равно туда будет залетать влага и грязь, если вы будете погружаться там, блин, по полными колесами. Полными колесами в воду. И нежелательно. Конечно, в принципе, герметизация есть, но не полная, как бы. Не IP68. Я, как бы, не болотный дайвер. Не люблю эти всякие покатушки в рыбацких вейдерсах по болоту, блин, в грязи, в говне, блин, по груди, блин. Не, это не мое. Я предпочитаю нормальную езду. То есть, ну, само собой, конечно, лужи будут там по лесу кататься, на рыбалку, на охоту попутешествовать, но не по уши. Итак, давайте посмотрим дисплей. Как он выглядит на квадроцикле. Вот нажимаем кнопку старт, все загорается, загораются разные цвета, тестируются цифры, и вот он так включился. У меня включена подсветка бирюзовая цвета морской волны. Вот вы видите на дисплее скорость 0 км в час, 101 км у меня уже. Тут у нас емкость батареи слева. Обороты показывают, в принципе, 1-2 тысячи и так далее. Вот в правом в нижнем углу вольтаж батарейки 77 вольт. Поворотник вот можно включить, будет стрелочка мигать левая, либо правая. Ну и со звуком, конечно. Я сейчас, в принципе, на диктофон диктовываю, потому что что-то у меня трабл какой-то в самом... Вот кнопка RR, задний ход, ну и кнопка Drive вперед. В общем, надиктовываю сейчас на телефон под видео, потому что что-то у меня с микрофоном в камере случилось, куча шумов пошло, дорожку пришлось отключить. Здесь как бы вот я пальцем показываю, что загорается аккумулятор, если зарядка самая садится. Этой кнопкой можно менять подсветку. Выбирать там вот желтая, красная, фиолетовая, синяя, ну и бирюзовая, вот которая у меня, ну там еще зеленая есть. И этой слева кнопкой можно выбрать либо тотал пробег, либо трип, ну, то есть дневной пробег, скидывать и по нулям. Ну, у меня стоит тотал, то есть общий пробег. Ну и также отражается самая лампочка дальнего света, голубая, как обычно в машинах, если нажать дальний свет. На ближнего, к сожалению, не горит, то есть, ну, зеленого обычно. Кнопка старт, опять выключаем все, квадроцикл попрощался с нами. Ну, сейчас вы не слышите, конечно, но... Что делать, блин, приходится надиктовывать на телефон в диктофоне и потом подставлять дорожку. Блин, что-то у меня с микрофоном надо будет смотреть. Ну, с петличным микрофоном. Я как бы камерой, микрофон работает, а вот петличка что-то хандрит. Вот так выглядит квадроцикл сбоку. Я при своем 176 сантиметрах вот так вот помещаюсь на квадрике. В принципе, люди на таком квадрике, на таком же размере ездят с ростом там 190 и выше, и без проблем. И даже еще сажают рядом там ребенка. Я, в принципе, планирую возить дочку, вот сзади будет сидеть, вот еще места есть достаточно, даже для взрослого человека. Поставлю кофер, и она будет как в кресле ездить. Уже катал ее, в принципе, довольная, как слон. Любит, блин, технику.
Потом ей, в принципе, подарю его, будет кататься. Итак, по размерам квадроцикла полуторка. Ну, диски я уже сковырил. 10 дюймов. Высота колеса 53 сантиметра вместе с шинами. Можно поставить на 2 дюйма больше. Производитель говорит, без проблем. Но можно, в принципе, достаточно больше поставить, потому что, выворачивая колесо, ничего не задевает. И расстояние достаточно большое для всяких рычагов, балок. И крылья, видите, достаточно высокие. Длина квадроцикла 183 сантиметра. Высота 116, столько же в ширину. По нагрузке 165 килограмм на переднюю ось, 201 на заднюю ось. То есть 371 килограмм загрузка квадроцикла без проблем. Достаточно тяжелый, но при желании, если где-то сядете, в смысле сядете, застрянете, то можно его подергать вперед-назад, ну, либо в сторону за багажники подтащить, раскачивая, потому что ведущий только задний мост. И, естественно, когда одно колесо подвешено, то оно не крутится. Соответственно, нужно сидеть, раскачивать его, как обычно делают бывалые водители квадроциклов. Ну, либо слезть и помочь ему выехать, стащив его там с препятствия или вытащив куда-то на более-менее ровную поверхность, где он встанет четырьмя колесами за багажники. Вот так это все дело. По размерам у нас, ну, в принципе, неплохой квадроцикл для, в принципе, среднего человека, взрослого, я имею в виду. Ну, ребенок, само собой, там, в районе 10 лет, ну, даже меньше, 8 лет, я думаю, без проблем будет кататься. Само собой, подростки тоже. Ну, что еще, господа, вот последний нюанс. Многие заметили, наверное, уже есть фаркоп. Можно тягать прицепчик, не только маленький, который обычно выпускается для квадроциклов, то есть по хозяйству, там, перевозить, там, не знаю, что-то там, там, землю, кусты, дрова и так далее. Ну и достаточно большой можно возить, в принципе, говорят, полтонны без проблем тянет, а то и больше. Достаточно высокий он, дорожный просвет большой. Ну, за счет того, что там стоит, вот покажу сейчас вам, вот эта рама для защиты редуктора, мотора и так далее, он как бы, дорожный просвет у него ниже. Сейчас покажу спереди. Ну, вот вы видите, спереди рычаги как бы выше, а сзади, вот видите, горизонтальный рычаг. Ну, как бы рама защиты мотора, она достаточно ниже. Ну, что делать? Производитель так сделал. В принципе, защита это, да, хорошо. Но могли бы поставить мотор сверху. И это дело тоже поднялось бы. То есть мотор бы поставили здесь выше. И они так вот, как бы горизонтально, вот, видите. И тогда все это дело было бы выше, дорожный просвет был бы выше. Но с другой стороны, повысился бы центр тяжести, что нехорошо для езды по ухабам, там, горам и так далее. То есть устойчивость была бы хуже. Потому что все мы знаем, чем ниже это самое, как ее, центр тяжести, тем лучше. Цвета этих квадроциклов бывают разные. Есть красный. Ну, красиво, кстати, выглядит, блин. Я вот думал, блин, красный, блин, ну классно выглядит. Но так как мне нужно для леса, то есть охота, рыбалка, ну и так покататься, попутешествовать, то яркий, как бы, на природе он мне не нужен. И вот поэтому взял вот такой зеленый камуфляж.
Ну и третий цвет есть синий камуфляж. Подножки, само собой, тоже есть защита. То есть нигде не заденете и не оторвете, если переезжать какие-то препятствия, там камни, деревья разные. Вот стоят эти металлические такие рамы. Снизу, само собой, тоже все защищено. Вот там все, рама железная. Здесь у нас динамик. Вот как-то так. Снизу, конечно, не покрашено, белое, но как есть. Но все равно, в принципе, обдерется, даже если его красить в камуфляжный цвет, то здесь абразив летит с колес и, естественно, тоже пообдерется все равно со временем. На этом все, господа. Заканчиваем видео по обзору электрического квадроцикла от фирмы H, Чехословакия. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Колокольчик не забудьте, потому что будут еще видео по вот этому квадроциклу. Будут скоростные покатушки. Возможности его, какие скоростные характеристики. Будут различные туристические поездки на нем. Будет обзор установки кофера на задний багажник. Ну и у кого есть желание помочь каналу финансово, буду очень благодарен. Помочь можно рублем, евро, любыми другими валютами, в том числе и криптовалютой. Ссылки на помощь и донат в описании. Милости просим. Спасибо заранее. Всем удачи!